у вертолета с дочерью и зятем Трампа на борту отказал двигатель у вертолета, на борту которого находились Иванка Трамп, дочь президента США Дональда Трампа, и ее муж Джаред Кушнер, отказал один из двигателей. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники. Инцидент с двухмоторным вертолетом произошел 15 марта. Из-за произошедшего пара была вынуждена вернуться в аэропорт Рональда Рейгана в Вашингтоне. Отмечается, что супруги направлялись из американской столицы в Нью-Йорк. Впоследствии они улетели коммерческим авиарейсом. В начале марта газета The New York Times со ссылкой на собственные источники сообщила, что американский лидер захотел уволить дочь и зятя с постов в Белом доме. За несколько дней до этого стало известно, что Джареда Кушнера лишили доступа к ежедневным сводкам, содержащим ценные секретные данные. Соответствующее решение принял глава аппарата Белого дома Джон Келли. Таким образом, допуск зятя Трампа понизили с высшего до секретного. Иванка Трамп занимает пост советник президента, а ее муж главного советника американского лидера. Больше важных новостей в телеграм-канале «Лента дня». Подписывайся, перейти в мою ленту. Новость размещена на сайте вседоски.ком. Это бесплатный сервис по массовому размещению объявлений на десятки досок объявлений. Как продать быстрее? Размести объявление сразу на все доски объявлений с помощью сервиса вседоски.ком.